И всем привет, я с вами Макс Милян, и сегодня буду показывать вам обзор на Injustice 2. Но загрузки, могу сказать, здесь долгие, да, я по несколько так, ну, 2 дня так поиграл в нее. Игра неплохая. Но для вас, конечно, не буду все вот так показывать, я, конечно, мало в нее поиграл, могу сказать. Ну, обучение это такое. Ну, один бой еще провел. У меня из героев есть Харли Квинн, Бэтмен и Чудо-женщина выпало. Вам сначала дается 2 героя, а потом уже один. Я не знаю, может это стандарт дается или у каждого разные. Следующая загрузка. О, так, ежедневный босс вход. Ну, давай быстрее загружайся. А вот. Ну, любой, сейчас вам покажу. Да. С кем мы будем биться, интересно. Так, женщина-кошка. Ну, этого негра я не знаю. Этого я тоже не знаю. Да, вот, кстати, нужно еще тут нажимать и смотреть на характеристики своих персонажей. Ладно. Ну, давайте бой. Так. Могу сказать, что Бэтмен, конечно, не мой самый любимый супергерой, то что его поменяю на Харли Квинн. Я просто это научился больше управлять. Хотя ты уже достал, получил. Оп. Обозначена кошка. Оу. Котик, я понимаю. Но у тебя сейчас получится вот это. Пока. Оу. Уууу. Это было, наверное, очень больно. Ну что ж, могу сказать, что Харли лучше справилась с 3 противниками сразу. Потому что они просто были слабые. Но хотя женщина-кошка не была уж такой слабой. Да, это было, скажем так, такое фаталити. Ну как в Mortal Kombat. Но зато оно было прикольное. Особенно как гиены. Правда, ее чуть не разорвали. Хотя могли разорвать. Но, наверное, разработчики не добавили, там посчитали сильно жестоким. Хотя жестоким здесь можно посчитать это фаталити. Но бейсбольная бита это, наверное, стандарт. Хотя у него не. Хотя у него не сначала была бейсбольная бита, а молоток был. Это потом ей добавили легкое оружие, скажем так. Это что такое? Это. А, это пугало. Чего это? Я так испугался. Ну, прям на какого-то монстра похож. Так а зачем ему веревку? Он что, вешаться собрался или увешали? Ладно.
Сейчас мы тебя тоже подбьем. Не переживайте. Сейчас будет все очень быстро. Ну, наверное, быстро. Потому что я думаю, что он не самых легких. Так, Харли. Ай-яй-яй-яй, это как-то. Получи. Да. Бам-бам-бам-бам-бам. Вон, он такой. Вон, сказал такой. Что не доливать тебя? Ай, это больно. Все, мой самый любимый удар. И прием. Купился. Пока. Уголок готов. Неплохо. Ну, я, наверное, еще проведу вам пару боев. Ну, может, еще один. У нас, ну, время есть, просто хочу по-быстрому записать видео. Да, но загрузки здесь очень долгие. Эх, жалко. Но с пугалом как-то мы тоже быстро разобрались. Да, конечно, вы у меня, если спросите, почему я не пользуюсь Бэтменом, чудо-женщиной, то скажу, ну, у Бэтмена, конечно, тоже хороший у него есть один прием, тоже хороший, но, скажем так, не люблю, он какой-то медлительный. Флэш. И я не знаю, кто это. Вот этого я тоже не знаю. Это вроде обезьяна. Я не знаю. Если что, напишите в комментариях, кто это. Ладно. Не готовься, Флэш. Самый быстрый человек на Земле. Получить пару хороших ударов. От Харли, от Бэтмена и Чудо-женщины. Так, ладно, сейчас поиграю за Чудо-женщину, просто я за нее не играл. У меня просто, скажем так, за Харли больше я люблю играть. Это что? Злой Флэш или обычно? Ладно. Опа, привет. Воу. Шаман Горилла. Ладно, Шаман Горилла, проваливай тебя. Сейчас я тебя накостыляю, ты меня там попали. Я могу сказать, что его женщины неплохо попали. Вау. Пошел вон, я сказал. Воин Горилла. Воин Горилла ничто мне не сделает. Ай-яй-яй-яй, это было больно. Провалывай уже. Все. Так. Верхали его на это. Купился. Держи флеш, я его сейчас разорву. Оу. Нет, не разорвали. Ну что ж, это была наша первая серия по Injustice 2. Ну, как вам обзор? Ну, обзор, правда, хороший такой вышел. Особенно, как флеш чуть не разорвали. Самого быстрого человека на Земле. Но, правда, Чудо-женщина тоже так
хорошо бьется. А вот с Бэтменом могу сказать то, что он медлительный и не особо он хороший в драке. Не, ну в пару моментах он хороший, а так не особенно. Ладно, в следующей серии я вам покажу киборга, гориллу и бандита, короче. А так, всем пока. И с вами был Макс Миля. Подписывайтесь на мой канал. Это была обзор на Injustice 2.